В Златоусте Миассе отопительный сезон под угрозой. Города задолжали за газ больше миллиарда рублей. Из-за этого ресурсоснабжающая организация может прекратить подачу голубого топлива в котельные. Глав муниципалитетов-должников вызвали в областную прокуратуру. Карабаш, Верхнеуфалей, Кыштым, Троицк и Копейск также получили от прокуратуры предупредительные письма. Их долг за газ уже более 600 миллионов рублей. Все эти деньги затерялись у подрядных организаций, арендующих котельные. Впрочем, за порядочность и платежеспособность поставщиков тепла отвечают главы городов и районов. В случае срыва поставок коммунального ресурса виновными окажутся и хозяйствующие субъекты, и органы местного самоуправления. Учитывая, что одной из главных задач прокуратуры является надзор за соблюдением прав человека и гражданина, в том числе органами местного самоуправления, мы вынуждены вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять предусмотренные законом меры в отношении нарушителей закона. Общий долг муниципалитетов области за газ перед «Новатэк Челябинск» уже перевалил за 2 миллиарда рублей. Половина приходится на Миас и Златоуст. Руководство компании считает, что надо разбираться с поставщиками тепла, ведь жители своевременно оплачивают все счета. Мы не хотим, чтобы население являлось заложником в этих сложных отношениях с нерадивыми поставщиками тепловой энергии. Сегодня мы констатируем факт, что население оплачивает услуги, но куда деваются деньги, как раз таки было результатом этого совещания, чтобы разобраться в этом, да, и дать конкретные поручения главам и потом уже прокуратура Челябинской области проконтролировать исполнение этих поручений. Заместитель прокурора области дал мэрам городов-должников время до 1 сентября, чтобы те нашли выход из ситуации, предложили пути решения и погасили долги. Иначе им грозит как административная, так и уголовная ответственность.